Всем привет, это Оклейка Про, и сегодня у нас продолжается рубрика «Дооснащение вашего автомобиля». Сегодня мы поговорим о таком вот мультимедийном экране, который мы установили в этот Mercedes GLE Coupe. У этой мультимедии есть полноценный доступ в интернет, вам достаточно будет всего лишь подсоединить его к Wi-Fi, который вы раздадите со своего телефона. Вы можете смотреть с него кино, скачать любое приложение, играть в любые игры. Также вы можете подсоединить к нему micro-USB, обычный USB, кабель HDMI, если вы захотите что-то с ноутбука, либо с какого-либо другого устройства, вывести это на экран. В принципе, для чего нужна такая мультимедиа? Представим такую ситуацию, что вы едете за рулем, а сзади у вас детское сиденье, и ваш ребенок капризничает. Достаточно будет включить ему мультики, и он будет с радостью спокойно сидеть, и все будут счастливы в этом автомобиле. Либо давайте рассмотрим другую ситуацию. Вы уже едете на заднем пассажирском сиденье, стоите в пробке и как-то хотите скрасить времяпрепровождение. Вам будет достаточно включить здесь какой-то фильм, надеть наушники. Кстати, вы можете подключить сюда по Bluetooth абсолютно любые наушники. Если вас заинтересовала подобная мультимедиа, вы хотите установить такую же на ваш автомобиль, смело пишите нам. Адрес и контакты вы найдете внизу под видео в описании. До встречи в Оклейка Про. А я пока посмотрю кино.